Японии число жертв наводнений и оползней выросло до 46 человек, еще 41 числится пропавшим без вести. Десятки получили ранения. Около 3000 спасателей продолжают поиски и помогают эвакуировать население в префектуре Хиросима. В результате наводнений более 160 тысяч местных жителей получили рекомендации об эвакуации. Я напомню, в районе бедствия только за сутки выпала месячная норма осадков. Дожди стали причиной мощных грязевых потоков. Оползень разрушил десятки жилых домов. Затопленными оказались сотни зданий. Некоторые районы остались без электричества.